Всем привет! Продолжаем прохождение великолепной игры Тропика 5. Великолепное слово велик. Все, запомните, я вас научу русскому языку. Шикарная игра. Каждый раз я сажусь за нее, да? С таким удовольствием. Так, все, мы запустили. Что у нас здесь есть? Мы нашли все. Золото, сахар, там, помет. Все нашли, все, что нужно, да? Железо, золото, какао. Вот, все. Теперь нам нужно будет время от времени смотреть и находить лучшее предложение. Лучше. Золото у нас есть. Окей, железо. Вот видите, чуть-чуть лучшее предложение. Я могу его использовать? Оза, по-моему, я могу. Ну-ка, давайте мы удалим отсюда железо и поставим сюда. Хорошо, мы нашли новое железо, но оно бесполезно, ну ладно. Президенты, мир изменился. Нам нужно создать мрачную и безнадежную антиутопию. Пошла в попу, не хочу ничего. Хватит уже мною манипулировать. Хватит, я сказал. Религиозность 14 из 15. Ладно, ладно, давайте мы еще построим. Без проблем, братки, без проблем. Ну, что-нибудь такое самое дешевое. Вот мессию построим. Где мы здесь, вот. Ну и все, и будет у них счастье, здоровье. Счастье, здоровье, любовь, богатство. Вот! И у нас будет религиозность больше 15, точно. Ох, сколько. Наши друзья из любителей поорать просят... Так, присоединиться к оси, окей. Армейская база строится. О, как много она строится. Давайте, мужики, я хочу больше 70%. Я хочу 80%. Чтобы меня... О, тихо, чтобы меня уважали. Да, да, и не забываем про швейцарский счет. Швейцарский. Во, еще немножко осталось. Три технологии. Ну, вот так и улучшим, чем голову ломать. Селективный завод я не буду, пошли в попу. Какая сталь? Зачем мне сталь, если так уже у нас все отлично? Ага. О, мы уже выполнили это задание, да, вот. Кстати, я зря строю. Отменим? Ладно, уже поставил, пофиг. Все, присоединиться, где у нас? Вот оно чудо. 66, окей, ждем. Пока мы не можем присоединиться, нужно 80. Дайте нам что-нибудь интересное. Золото есть, окей. 76%, а? Чуете, а? Ну чё, гол до 80, наверное, процентов наберем. Сейчас еще это построим. Так, где у нас? Что это такое? Это полицейский участок. Только построили, молодцы. 76% поддержка. Значит, мы все делаем правильно. Правильно, все для народа. Смотрим деньги. 13, 9, 7, 3. Неплохо. Железо, ты работаешь на максимум, тебе нужен менеджер. Поэтому мы строим школу и это колледж. А вот она, школа, колледж. Хорошо. Мы потихонечку уже можем строить тогда... Армейская база строится, строить еще базы. Например, газета у нас есть, клиника есть, все у нас есть. Что у нас... Чего у нас нету? На рецепилку нет. Нет, нет, нет. Фазенда. Сколько у нас бичей? Есть бичи? Бомжихи, вы где? Что-то я забыл, где находится. Так, подождите. Вот. Бездомный. Есть бичи у нас. 14. Хорошо, тогда мы построим эту шляпу. Давайте. Не будем строить маленькие домики. Видите, эти... А что они пустые-то? Странно. Ну ладно. Наш не будем эту чушь строить. Фу. Фу, уйди от меня. Мы строим фазенду. Давайте построим фазендочку. Вот здесь где-нибудь. Опа. 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 И опа, вот так вот. 4 штучки. У нас уже поддержка 80%. Интересно, еще больше можно набрать? Самое главное, швейцарский счет. Давайте, стройте, мужики. Давайте. Слишком много построек. Так, золото есть, железо. Угу. И какао. У нас лучше какао. Хорошо. Здесь у нас 3 месяца. 3 месяца ждем, и у нас будет союз сось. Че, еще бабло? Давайте, давайте бабло.
без 80%, никогда такого не было. На улице стоит такая жара, что даже две пальмы передрались из-за собаки. Ненавижу. Началось. Давайте, поливаем. Ненавижу. Напомню вам, что в прошлом выпуске, да, у нас была с этим проблема огромная. У меня тогда не было денег, да, и я так накосячил, просто все сгорело. Не только плантации, да, повредились, а еще и заводы сгорели. Дорогие, там, которые по 15 тысяч, по 20 стоят. Поэтому надо внимательно смотреть, давайте, смотрим. Любая шляпа, которая будет вылезать, надо будет ее сразу делать. То есть это может быть плантация, может сгореть какое-нибудь здание. 83%, а? Как вам? Знаете, после этой игры, я думаю, я пойду баллотироваться в президенты. Я вот почувствовал немножечко, что я стал профессионалом. Мне можно идти в президенты. Нет, ну ладно, Путин хороший президент, не президент, а хотя бы в мэры, да? Какой-нибудь городок взять. Малибу. Пойду в Малибу и все. Малибу я не ебал. Ой. Так, все, извиняюсь. Смотрим, что у нас здесь не... Ага. Очень долго строят. Можно, конечно, нажать на эту кнопочку, но нет, мы не будем. Где у нас строительная компания? Вот, давай на максимум. Это у нас, ну-ка, подождите. Рабочих. Управляемое здание. А, нет, не то. Эффективности у нас нету, да? Все, на максимум. Мужики, давайте, работайте. Нужно больше гламура. Пока вроде нормально, ничего не горит. Все строится у нас, развивается. Все технологии пока у нас выучатся, да? И как раз пойдем делать эту фигню. У нас будут и бухгалтерии, и взятки, и все. И по-быстренькому швейцарский счет мы напомним. Наполним. 16 тысяч у нас есть. Блин, 5% падает недовольствие. Давайте глянем, что у нас здесь есть. Еще раз. Смотрим. Борьба с преступностью. Непонятно. Что-то вообще ничего непонятно. Хорошо или плохо? Пища есть. Ага. Религия вообще взлетела. О. Свобода. Смотри, какая свобода. Великолепно. Здание семьи. Так, что-то я хотел посмотреть. Пища. Ну-ка, а что у нас с магазинчиком? Особняк семьи полный. Видите, хорошо. У нас богатый появляется. Ага. Полицейский участок. Средняя школа, да. Так, где у нас магазинчик был? Магазинчик. Да уберись. Все нормально? Так, экран пылает. Жарко. Вот. Приезжий ноль. Магазинчик от него толку нету. Во, клиника. Давайте мы построим еще клинику, ладно. Процент упал ниже 80. Ненавижу. Удалил эту игру. Вот так вот. Во. Еще пускай клиника. Сколько у нас строений-то, а? Как же это все построить-то? О. Давайте, мужики. Везде все на максимум стоит. Активнее. Ну-ка, можно немножко перемотать? О. Так, окей, нормально. Давайте немножечко перемотаем. А, хватит. 24 тысячи у нас есть, хорошо. Да, я бы построил вышки, ну блин, опять же. Только если строить... Мы победили президента! О! Да, засуха закончена, нормально. Нам, в принципе, засуха не помешала ничем. Так, ну-ка, что там завершено? Подождите, стоп. Это старая, да? А нет, у нас какао, нету кораблей. Интересно, золото у нас и железо. Смотрим, что у нас здесь есть.
Какао мы используем, ничего интересного здесь нету. Железо мы используем, золото используем, фигня. Сталь, украшения. Ладно, все так. 22 тысячи есть. Можно, да, знаете, как сделать сейчас? Ну-ка, подождите. Вот эту вот фигню я хочу сделать. А, на всех... А, жилых зданий. Да, я тогда прочитал неправильно, не до конца. Ну, это жилое здание, казарма или нет, я вот не знаю. По идее, это, наверное, жилое. Или жилое, где живут, типа дом обычно, непонятно. В казарме, в принципе, тоже живут. Все отлично, здесь у нас все хорошо. Все на максимум, да, друзья мои? Прибыль, эффективность 294 пойдет. Было, конечно, больше, 320, хорошо. Что у нас дальше? Так, построили нам школу. Угу. Студенты, 4 студента всего лишь. Ну ладно, пойдет. 4 студента. Ось, точно мы забыли про ось. Давайте тогда наделаем мы союз. Наши друзья из штаба ОСИ готовы разделить с нами славу боевого. Блин! Замечательно! Какое вторжение, у меня базы нет. Да вы о чем? Офигеть! Да, этого я не учел. Этого не учел я. У нас всего лишь один отряд. Поэтому мы сделаем так. Пофиг. Давайте быстрое строительство. Давайте танки. Да, здание будет достроено после сражения. Все, ГГВП, я думаю. Эти мрази, они сейчас просто будут сносить все. У них еще и танки. Блин, как же так-то, а? Да. А это уже все, это бесполезно. Товарищ президент, я боюсь. Капец, ну, не знал я, что они сразу нападут. Тупой союз этот. Они сейчас просто будут сносить, смотрите. Да. А, у нас еще даже союза нету, потому что мы должны пережить сражение. И сохранений нету. Короче, ладно, давайте я сделаю так. Я сейчас тогда паузу нажму. Загружу старое сохранение и перемотаю до этого момента. Потому что это бесполезно. Вы видите, мы в жизни здесь не отобьемся. Это бред. Так, ну что ж, давайте мы продолжим с этого момента. Я тут немножечко проиграл, да, чтобы перемотать. В принципе, мы сейчас в этой же позиции остались. То есть у нас уже есть возможность объявить союз, но пока мы этого делать не будем. Вот построил я базу армейскую. Я еще построил, кроме этого, вот, бюро строителей, контора дальнобойщиков. Может, чем-нибудь это поможет. У нас очень много строительства идет. Количество народа, смотрите. Приветствую. А давайте убьем кого-нибудь. Ладно, не будем. Опять же, у нас мало людей. Нам вот приехали люди, это хорошо. Строим. У нас вообще очень большая проблема со строительством. Огромная проблема. Огромные проблемы. Так, построили теперь колледж, да? Ну, давайте повысим бюджет. Хотя, мне кажется, толк от этого нулевой. Попробуем. Только время имеет ценность, и я чувствую, как... Вот еще новые задания, видите, появляются. Которых не было в прошлый раз, кстати. Как же нам быть, очень долго строиться? Я вот сделал пару быстрых строительств, да? Президент, не исследуйте это. Да, да, да. Еще две фигни, да, и потом мы сможем бухгалтерию и вкладывать швейцарский счет. Так, здесь у нас все на максимум, все хорошо. У нас, в принципе, все идет отлично, но очень долго строительство идет. Вот сколько машин, смотрите. Давайте, мужики, давайте. Церковь. Ладно, церковь вообще уберем. Нафиг на нем какалась. Самое главное, вышки построить. Давайте сделаем тогда апгрейд вышек. Рабочих. Не хватает рабочих даже. Офигеть. У вас опять нету людей, да? Безработные два человека. Офигеть. Да.
Здесь не хватает. Нет, здесь нормально. А в любом случае, чтобы нам объявить союз, нужно будет пережить вторжение. Нам ось в этот раз не поможет, потому что мы еще не в союзе, мы только хотим объявить. Как же нам все это построить? Неужели мне придется построить, короче, казарму и заплатить в два раза больше? И пробовать издать закон? Да ладно. Ну что ж, давайте заплатим 20 тысяч, а что еще делать? При том, что у меня даже людей нету на эту казарму. Да? А что делать? Деньги вроде есть, людей нету. Нету людей у нас. Хорошо, у нас уже есть казарма без людей. Кстати, много пехоты, смотрите. Здесь надо тоже, кстати, улучшить. В прошлый раз я не улучшил. А здесь улучшить нельзя нам, да. Все, деньги мы не тратим. Нам нельзя уходить далеко в минус. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Давайте еще людей, пожалуйста. А пациенты, они дешевые? Ну, давайте быстро построим. Опа. Опа. Все, проблем нету. Че у нас там бездомные, безработные? Ноль. Это такие... Возраст 3. А, это маленькие дети. Маленькие дети и старики, да. Эх, где же нам взять людей? Надо подумать. Родить. Швейцарцы любят банки. Иначе бы... Да, мы в любом случае будем банки строить. Без вариантов. Много банков построим. Но сначала я хочу пережить вторжение. Вторжение. А, да, у нас же людей не хватает. Блин, что ж делать? Где нам взять людей? Дайте нам людей, пожалуйста, кто-нибудь. Настолько большое государство у нас, да, что даже не хватает уже людей просто, тупо. И здесь не хватает людей, офигеть. Давайте иностранного наймем, что делать. Да, видите. А, вот они построили. Хорошо, то есть они сейчас все построили практически у меня. Молодцы. Да, 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 отлично. В любом случае, даже для вышек нужны люди. Еще одну армейскую базу построим. В любом случае, ее нужно строить. Есть люди, нет людей, ее строить нужно в любом раскладе. Так, армейская база. Вот так вот поставим. Потому что ее строили очень долго, так что пускай они потихонечку начинают. Хорошо, еще одна база у нас есть. Казарма, да? Три вышки, мало трех вышек. Давайте мы сделаем апгрейд, пулемет. Апгрейд, пулемет и апгрейд. Блин, минус 5000, это плохо. Ждем. Единственное, а где рождаемость? Во. Это ни от чего не зависит, только смертность зависит, да? От голода, ну понятно. Так, давайте выходить из минуса. Надо выходить. Вот, все, вышли из минуса, хорошо. Что у нас здесь по торговле? Железо. Железо у нас есть, золото есть. Железо 1700, железо 1800. Во, какая красота. Давайте уберем отсюда и переставим ось. Мы можем их похвалить. Похвалить и переставим железо вот сюда вон, да? То есть больше будет бабла. Хорошо, нашли лучшее железо. Лучше, чем сейчас. Да. Вообще... Качан по указам. Это не, нет смысла. Смысла нету.
Это хорошая вещь. Так. Это хорошая вещь. Снижает уровень богатства, необходимый для проживания в жилом здании. Подождите, наверное, вот эта вот фигня и была, может быть? Здесь у нас вообще нету никого. Ну, посмотрим. Почему они пустые? Не понимаю вообще. Тупая логика. Ноль человек. Ну ладно. Так, давайте глянем, почему у нас есть смертность. Смертность, смертность. Голод, возраст нормально, здравоохранение, голод. Вот опять, да, что это за голод? Ну-ка, где наш магазин? И чё? Ага. Ну давайте, магазин сделаем апгрейд. Все, деньги мы больше не тратим, ждем. 75%. Плохо. Плохо. Одна танковая дивизия. У нас ни одной армии нету. Полной. Укомплектованный. Даже он в вышке, видите, по одному человеку. Как мы воевать-то будем? Оперные театры. Давайте. А вот они человек едет, да? Ждет иностранного рабочего. О, эмигранты, 22 человека, да? Правильно я понял, а? Дайте, о, да, хорошо, это уже интереснее, интереснее. 22 человека, давайте, мужики. Гоу, 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 сразу же вас беру на работу. Нам, наверное, привезли 22 инвалида или 22 старухи, которые не могут работать. Ага, здесь у нас будет полная... Полная жо! Танковая дивизия. Мне нравится такое название, танковая дивизия. Менеджер. Конечно, работа рабочего увеличилась. Нет. Определяется урону. Это можно попробовать вот здесь вот где-нибудь. Вот эту вот вышку. А здесь нельзя, да? Иностранного рабочего. Это бред. Куда они ушли? Без работы 15 человек. Давайте, 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 мужик. Твое здоровье, старичок. Пошел уже. Сейчас наберем, когда нормально. Будем тогда воевать. Получается, у нас есть танки, у нас есть здесь войска и вот здесь войска. В принципе, это весомо, еще вышки у нас будут. Почему они все пустые? Вот, набирается армия. Так, на учебе у нас. Пилар. Здесь у нас тоже... О! Видите, в колледже учатся, у нас появляются умные люди. Давайте глянем, что у нас есть. Вот. Качество, ну это мы читали уже. Управляемое здание сопротивляется, нет. Ну что, давайте, наверное, попробуем, чтобы не тянуть время. Иностранного рабочего. Ну или тогда мы сделаем вот так. Вот так. И вот так. Что еще делать? Будем нанимать людей. Своих же нету. Наймем так. Здесь пускай будет неполная комплектованность. Но что я сделаю? Построим еще парочку вышек. Безработные у нас есть? Да, два человека безработные. Думаю, мы должны отбиться. Да, должно у нас получиться. У нас будут танки. Кстати, да, заметьте. Два человека, значит будет два танка. А если будет третий, значит будет три танка. То есть получается это будет еще хуже. Вместо шести танков будет четыре танка. Прикольно сделали. И здесь не хватает. Дайте мне еще людей, пожалуйста. Дайте людей. Грузовое судно.
О, экспорт, видите, 6000 какао. Какао, молодцы. Два корабля на какао, да, у меня? Даже в доке пустые. Ну-ка, подождите, а что же может привлечь людей? О, советная плантация. Прикольно. Первый раз такое вижу. Кабаре. Оперный. О, оперный театр мы построим, точно. Хотя бы выполним миссию, и там опять людей будет не хватает. Ну, это норма. Во. Все. Сломали домик чей-то, без разницы. Без разницы, как без задницы. Что же нам придумать с людьми? Приветствую. Деньги не пахнут, священник. Фига профессия, уматный священник. Люди. Ну-ка, может, какой-нибудь закон, но мы уже смотрели. Конституцию мы не можем менять. Наверное, опять выборы будут, да, как я понимаю? Скоро будут выборы. О, а мы что-то не смотрели. Ну давайте вот эту фигню выучим. Давай. То есть повышаем эффективность средней школы и колледжа. Ось посылает вам помощь. Что у нас? Какие отношения? Нужно уже принимать реально союз. Нужно войти в союз. Дайте еще людей, пожалуйста, людишек. Экспортировать золото в страну. Ось, прикольно. В страну союзники. Иммигранты 26! К нам едут 26 человек, и у нас будет полная казарма. Все будет полно. О, построили. Видите, как быстро? Да, конечно, у меня вон. А мы же могли бы сломать. Да, че я голову ломаю? Конечно, нафиг она нужна. Мы уже построили. Мы сейчас сломаем, люди освободятся. Знаете, что мы сейчас сделаем? А ничего мы не сделаем. Мы построим еще парочку вышек и все. И пойдем воевать. По фасту. Так, это у нас здесь вот. Вот она. Вышки. Пах, пах, пах. По две вышки будем ставить. И здесь давайте тогда. Раз. И два. Все. Строим вышки. И идем воевать. Больше мне ничего не надо. Нам пришли люди. У нас еще свои люди есть. Хорошо. Очень хорошо. Теперь у нас вообще будет все полное, по идее. Образование, не образованное. Видите, то есть любой может пойти и сесть за танк. Такая логика. О, бомжи бегут. Он прям сразу в домик шел, вы видели? Прям сразу сходу, прикиньте, только... Только с корабля выше Привет! После тщательного исследования... сразу пошел работать сторожевую вышку. Да, давайте, мужики, давайте. Они же быстро строятся. Бедняк. Ну давайте эффективность повысим. Преуспевающий. Менеджер. Фигня она полная. Вот, все, поехали, проверяем еще раз. Пулемет есть, пулемета нету. Делаем пулемет. Смотрим, есть пулемет, полная. Полная, есть пулемет. Полная, полная, полная. Все, здесь один человек, два. Отлично. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну все, гоу, я готов. Да? Я готов, нет? Всегда готов. Всегда готов. Быстрое строительство, на, по фасту. И тоже давайте пулемет. Прикиньте, только построили, сразу же человек пришел. Все, делаем следующее. Сохранить. Вот так. Ну, сейчас у нас шансы, конечно, вообще 100% практически победить. У нас будет союз. Быстрее, давай, союз, детка. Наши Поехали. друзья из штаба.
Let's go, everybody. Вот они бегут, мрази. Ненавижу вас. На, сдохните. Пиу-пиу, моя газ... моя вышка. Давайте, на войну пошли. Танки. Просто, опять же, это будет опыт. Мы будем знать, что если мы объявляем, да, союз, на нас нападают. Поэтому лучше сохраниться и подготовиться заранее. Вот они идут у нас. Драки. Они друг друга стреляют? Да? А, вот они красные. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Мы идем за тобой. Силы примерно равны. Обратно восстанавливай. Вот для этого, видите, в принципе, вышки и нужны. Твое управление изжило себя. А где описание? Силы равны, не равны. Сдавайся или умри! Так, это мы убили. Наши танки че едут? О, ну я вам про это говорю, помните, что танки, да, они будут не скоро. Моя вторая вышка, мрази. Силы примерно равны. Угу. А нашу пехоту что, раскидали, что ли? За родину! Командос, отряд. Ага, моя вышечка. Ну, все мы знаем, что вышки это просто мясо. Ну, в том плане, да, что они принимают на себя урон и все, больше ни для чего не нужны. Они бесполезные. Все, приехала наша артиллерия. Тяжелая сила приехала. Давай, братюня, давай. Бах, бах, куда он поехал, куда? Они просто едут на пролом и давят. Нет, бессмертие. Куда они едут, дебилы? Вон же танк стоит. Вы что, инвалиды, что ли? Вот поэтому, видите, образование требуется необразованный. Вот пример. Он просто мимо проехал и поехал куда-то. А, еще будут, отлично. Наверное... Все? От этих снобов, так называемых... Давай, бесплатное военное здание. Больше мне ничего от вас не надо. Все, чиним, чиним, чиним. Сломали мою вышечку. Мы успешно отразили вторжение. Это было изи! Нам дали одну бесплатную базу. Казарма или танк? Танки очень медленные, вы видели, блин. Неровная местность. Вот сюда бы куда-нибудь. Ну, жалко. Смотрите, да? Отлично. О! А! Танки, да, лучше всего танки, самая эффективная вещь. Хорошо, построили, на халяву построили еще танков. Вот так вот, красота. Отлично! Открыто достижение, инфраструктура. Что это такое? Типа я крутой, да? Ну ладно. Смотрим, что у нас появилось здесь. Так, какао 2000. Союзники мне не нужны, ладно. Железо у нас есть, лучше нету. Все. Хорошо, теперь, что нам там с изучениями? Мы уже наполовину, грубо говоря, выполнили задание. Скоро у нас появится банк, ждем еще одну технологию. Все, у нас теперь все хорошо. Блин, так. Все, у нас закончился экспорт золота. Оставшееся количество 9000. Ну, когда кончится, значит, мы не будем экспортировать. В идеале уже закончится игру к этому времени. Так, у нас кончилось золото. Нам больше некуда экспортировать золото. Будем ждать золота. Будем ждать золота. Я хотел еще попробовать делегация. Что такое делегация? Ну, мы такое, видите, увидим через 6 месяцев. Скорее всего, какое-то задание будет делегация. Что случилось? Почему сохранился? Это такое автосохранение, да? Спустя 40 минут? Банки. А, мы еще какую-то миссию выполнили. Да, да, все правильно. Так, теперь я хочу, чтобы люди были довольны. Что нам для этого нужно? Что им не нравится? Давайте глянем.
Безработных у нас один человек. Просто население. Беспорядки. Так. Вот, уровень довольствия. А за 75... А, это из 100. О, понятно. То есть, смотрим самый низкий показатель здравоохранения. А что ж такое-то? А я же строю клинику. Клиника, давайте на максимум. О, ты улучшаю. Повышает рождаемость. Повышаем рождаемость. Все, мужики, сейчас все сделаем. Нет, я не знал раньше. Вот удобно, да, мы можем смотреть, какой самый низкий показатель у нас. Клиника. Еще клинику. Вы не должны дохнуть. Вас должны убивать, но не дохнуть. И газета. Нам еще нужна газета. Где у нас газета была? Так, богатство. Это бесполезно, бесполезно, бесполезно. Это мы уже сделали. А можно два улучшения сразу? Прикольно. О, нас здесь тоже можно, правильно? Прикольно. 150 человек. Давайте, мужики, бабло. Кажется, работа... Ладно, все ясно. Так, все, теперь нам осталось построить только банки. Здесь все отлично. Апгрейд у нас нету. Все, мы можем воевать просто по изичу. Так. Ближайшего жилья. То есть церковь нужно строить возле жилья. Будем знать. Прибыли граждане. Нам сейчас нужно бабло. Точно, золото, золото. Дайте мне золото. Золота нету. Есть железо, но у нас лучшее железо. И какао. У нас лучшее какао. Что, появилась делегация? Сейчас появится делегация. Свои. Нет, не жди свои. Так, мы сейчас что строили? Церковь. Где мы строили? А, мы... Вот, клинику. Что надо? Президенты, я всегда старался быть примером лояльности для других тропиканцев. К сожалению, немногие следуют принципам руководства по любви к президенту, которое я написал. В вашем стаде затесалось несколько черных лам. Это заметили милитаристы. Чем скорее вы избавитесь от одного преступника, тем лучше будет для тропика. Ну попробуем, еще ни разу этого не делал. Давайте их делаем. Президенты, я всегда старался быть примером лояльности. Преступные воротилы. Добрый день. А, это милитарист. Моя воля абсолютна. 32 тысячи пойдет. Я еще не понял, а кого надо убивать? Вот это вот красную фигню? Добрый день. Повстанец. Функции повстанец. Работы в библиотеке и функции повстанец. Наверное, книжек начитался. Так, кого же убить? Подождите. Добрый день. Криминальный авторитет. Это он? Это воротило? Это имеется в виду? Ничего не понял. Президенты, я всегда старался быть примером лояльности для... Больше площадь, но его бюджет вырастает. Ну давайте. Прикольно. Теперь будем знать, что, видите, полицейский участок, он может тушить пожары. Пожарная бригада. Хотя, какой толк от нее, ну ладно. Легче самому потушить за 2000. Так, хорошо, мы строим клинику. Здесь мы сделали апгрейд. Опять мало. Почему прибыль-то такая? Давайте, мужики. О, мы даже еще и не строим. А чем мы строим? Ладно, я помогу тогда, так уж и быть. Все построили. Клиника. Все, теперь у нас будет все хорошо с рождаемостью. Вот видите, да? А я думал, как повышать рождаемость? Волка. Строим клиники парочку. Повышает рождаемость и прокачиваем их. Вот и ответ. Теперь смотрим. Борьба с преступностью. Ой, как плохо у нас здесь.
Качество 80. Нужно еще полицейский участок, да? Ну давайте построим. Полицейский участок. Интересно, а где его ставить? В любом месте или нужно возле жилья ставить? Где у нас полицейский участок? Нам преступники не нужны. Вот он, участок. Ну, где-нибудь здесь зафигачить его. О! Да? Нет? Ну-ка, подожди, что-то мелькало. Во-во-во, отлично. Вот так вот. Построим полицейский участок. Все хорошо. Ну, здесь тоже давайте сделаем апгрейд и апгрейд. Все, мы в минусе опять. Большом минусе. А то теперь у нас будет все хорошо с рождаемостью и здравоохранением. Увидели, да? Повысился график. Жилье. Ничего хорошего, работа нормально. Религия нормально, свобода хорошо. Пища. А как пищу делать? Продуктовый магазин, я правильно думал, да. Тогда почему он постоянно пустой? Я, может, что-то не понимаю? Ну хорошо, давайте построим еще продуктовый магазин, который будет опять же пустой. Ну ладно. Вот так вот мы построим его. Нет? Ладно, не будем его здесь строить. Подождите, давайте отменим. Отменить строительство. Так, где же мы его построим? Где ж ты, моя красота? Участок? Нет. Магазинчик, да, мы хотели. Опять мы в минусе, кстати. Продуктовый магазин. Надо выходить из минуса. Во! А что, хорошее место? Все, опять понаставили, понаставили. Ничего не строится. Давайте быстрее, мужики. За что я вам башляю? Клиника. О, 100 человек, смотрите. Достижение шахты, повсюду шахту, что? Это я открыл ачивку. Она к чему вообще? Почему сейчас я открыл ачивку шахты? Если я уже эти шахты использую, не знаю, сколько времени. Ну ладно. Процент маленький, мне нужно 80%. 80. Все, построили клинику, да? Тоже сделали апгрейд ее. Ну вот, 116 человек здесь, и вот здесь у нас 145. Отлично, все, теперь у людей проблем не будет. Две клиники. Я забочусь о своем населении. Запомните, раз и навсегда. У нас еще танки есть. Хорошо, в итоге у нас 9 танков. Потом 3, 6. А что у нас постоянно не хватает кого-то, елки-палки? Что за фигня? Где рабочие? А, кстати, угадаю. Безработные 2 человека, опять не хватает. Что с жильем? Бездомный 25, господи. Самый бесполезный кусок дерьма. Просто бесполезный, вы видите, да? Никто даже не живет здесь. Что же надо сделать-то, а? Президент, о, смотрите. Мы обнаружили способ... Прибыль, да? Она, оказывается, еще и прибыль приносит. Прикольно. Все, и самое главное, ради чего мы здесь с вами собрались. Это сначала бухгалтерия, потом взят. Апгрейды есть? Нет. Там ерундовый апгрейд. Красота минус. Так, а свои... О! Свобода. Красота. Прикольно, смотрите. Нифига себе, я этого не знал. То есть здесь мы можем поставить особняк, и они будут довольны красотою. Ну давайте поставим мы особняк и парочку домиков. Каких-нибудь крутых. Особняк. Это особняк. Общежитие я больше никогда в жизни не буду ставить. Особняк. А давайте парочку особняков поставим. Они дорогие, да? Но то они тоже приносят прибыль.
Ну все, здесь мы должны пройти 100%. Не могу я подняться выше 75% одобрения. Удобрения. Полицейский участок, вот, построился, да, уже? Надо бороться с преступностью. Что у нас здесь по показателям? По показателям. Развлечения есть, пищи мало. Ой, как плохо, пища. Продуктовый магазин, мы строим продуктовый магазин, да. А где я строю продуктовый? А, вот он, все хорошо. Пища, здравоохранение, видите, как взлетело? Все отлично. Жилье, это мой самый большой минус, проблема, особняк. Кстати, видите, какое качество хорошее. А мы строим еще два особняка, то есть мы все делаем прям идеально. А давайте мы один построим по-скорому. Давайте, мужики, богачи, налетай. Налетай. Исследование. А почему 5? Так, новые указы. Ипотеку. Навыки управляющих для военных зданий. Ну и через такое у нас будет сейчас. Ну, давайте. Ага. Военное здание увеличивается на 10. Давайте тогда мы сюда вот его поставим. В это здание, потому что оно ближе. Эффективность военных зданий. Нанимаю. Что у нас еще здесь есть? Почему рабочие не все? Не могу понять. Постоянно увольняются. Так, что у нас еще есть? Глянем. Агент. Ха. Богатство рабочих зданий увеличилось. Обнаружил скрытые роли рабочих в здании. Скрытые роли. Да, мы забыли про золото же. Ёлки-палки, железо. Есть ничего нового вообще не появляется. Какого фига? Да, ничего нового не появляется. Скрытые роли. Согласно моему исследованию. Пошла вон. Без тебя что-нибудь придумаю. Так. Здесь у нас есть менеджер, да. Здесь та... Нет, нету менеджера. Богатство. Ну давайте агенты. Хотя, мне кажется, толку мало. Да, мало толку. Мы почему-то в минусе. Я, наверное, не заметил, почему. Что у нас с продажами? 15 тысяч, 15, подождите, 15, 30, ох, какая хорошая красота. Где-то 45 тысяч примерно. Особняк есть, сразу же заселились. Улучшения никаких нет у нас. Электричество, 83%, смотрите, какая красота. 83%, 155, запомните. Так, пища. Слабенько. А почему 73? Уровень довольствия 45. Угу. Фигня, короче. Стоп, я построил вонючий обосранный магазин. И что толк? Толк какой от него? Какой толк? Где толк? Покажите мне. Пища. Разнообразие. Что такое разнообразие пищи? Разнообразие. Может, он хочет, чтобы я выращивал какой-то вид, например, там, бананы. Разнообразие пищи. Непонятно! Вот древние развалины. Давайте их построим. Разнообразие. Где? Ну, а здесь больше нету. Где разнообразие? Обсерватория. Посольство есть. Здесь все хорошо. Давайте мы построим развлечения. Пускай люди кайфуют. Опять же, это лучше всего делать по красоте. Ну-ка, давайте глянем, что у нас с красотой. Да. Детка, да. Ладно, здесь вот надо поставить тогда нам. Развалины. О, они даже не крутятся, прикиньте. То есть я не могу крутить, то есть она будет все время таким образом стоять. А где она вообще ставится? Стоп, я не понял.
Подождите, это какие-то развалины. Я же здесь видел развалины. О, золото. А это что такое? Нефть. А еще можно нефть добывать? Но мы, скорее всего, не можем нефть, да? Вот она. Да, прикольно. О, первый раз вижу нефть. Вот мы нашли золото. Вот наше золото и еще золото. Так что, если золото кончится, проблем не будет. Нам нужно найти экспорт золота, железо. Где предложения новые? Вы че? Че за бред? Так, хорошо. Вот это мы разведали. А почему у меня вся карта разведана? Скажите мне. Стоп. Реально, у меня вся карта открытая. Вот они. Вот она развалина, да? Где там развлечение? Вот она. Пук. Пук. Попробуем. Ни разу не строил. Давайте попробуем. Нифига здесь дорожка. Кто будет башлять за эту дорогу? Ох, какая кривая. Нет, нет, нет. Вот так вот хочу. Вот так вот. Это будет наш лагерь такой. Прикольно. Приколюха. Почему-то дорога, видите, она не везде такая черная, бетон, ой, асфальтная, да? Почему-то здесь она такая стрёмная. Не знаю почему. Может, она будет нормальная? А может, она не будет. А может, будет нормальная. А хотя, видите, это не нормально. Значит, не будет она нормальная. Странно. Может, потому что это не в черте города? Стоп, у нас есть задание. Президенты, я всегда старался быть примером лояльным. Где? Вот это вот, да, по-моему? Подойди поближе. Хочу тебя рассмотреть. Изгнать? А фракция есть? Ну-ка, стоп, давайте мы сделаем тогда вот так. Сохранить, сохраняемся. Попробуем изгнать. Еще ни разу этого не делал. Если я правильно понял, да, что мне нужно криминального авторитета выкинуть. Ты где, мразь? Выйди отсюда, тварь. Сейчас она выйдет, мы ее выкинем. А, кстати, у нас же уже время-то подходит к концу. Никто этого не ожидал даже. Почему большой минус, я не понял. Давайте в плюс, мужики, давайте в плюс. Золото, 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 железо. Не меняется вообще, фигня это. Нам нужно плюс, выходи в плюс. Почему мы минус ушли? А, ну сталь нам не нужна. Что у нас с этими? О, делегация, мы же хотели. Попробуем? Думкопф, дружище. Это новое приветствие, которое я выучил во время дипломатии. Ладно. Когда взяли на вооружение шутки. О, открыт банк, подождите. Прикольно. Он мне дал, по-моему, что-то одно бесплатное исследование, да? Ну, неважно, нам сейчас нужно строить много-много банков. Так, что я хотел сделать-то? А, мы хотели еще убить криминального авторитета. Давайте попробуем, вот она, тварь. Класс. Стой, чмо. Изгнан. Функция криминальный авторитет. Еще. Сейчас все люди будут ныть, да, теперь после этого. О, я выполнил задание, прикиньте. Ну, молодец, все правильно сделал, красавчик Вася. Вы, это... О, мы его изгнали, 4000 у него забрали. Президенты, в следующем году тропиканцы будут выборы. О, голосование. Они мечтают продемонстрировать вам свою вечную любовь и уважение. Давай, давай. У меня 85% в секунду. А, ну само собой, да. Из-за выборов сразу упал процент. Ну, это норма. Это сюрприз от игры. Мы сейчас построим банки. И сразу с вами попрощаемся. Построим банки в красивом месте. Давайте какое-нибудь красивое место выберем. Красивое место. Вот у нас красивые места. Отлично. И построим так два банка. И посмотрим, сколько он даст нам бабла. Банки. 11 тысяч. Со средств казны. Проценты. Так. А тут это не важно, где вход, да? Нет, этого мне мало. Давайте нам два банка сразу.
У нас есть образованные люди. Все пойдет. Хорошо. Мы с вами на этом прощаемся. В принципе, тоже выпуск был хороший. У нас опять все хорошо. Ну, более-менее хорошо. Опять умерли от голода. Не знаю почему, но ладно. Одобрение 80%. Все, давайте до следующего выпуска давайте.